Лето стало так бесследно приходить и так бесследно уходит. Знаете, в последнее время я заметил, что лето как-то начало приходить бесследно, потому что в школьную пору ты ждал лета, потому что каникулы, по две тренировки, купание и прочие атрибуты лета, прочие радости. А сейчас, из-за того, что нету какого-то периода отдыха от учебы, да, то есть у меня только отпуск будет в августе, не так сильно ощущается. Еще погода очень такая своеобразная у нас на Урале, когда в конце апреля у нас погода радовала температурой плюс 30, а в середине мая выпал снег. И, знаете, только, наверное, в последние периоды, когда утром тепло, днем тепло, вечером тепло и солнышко, реально ощущаешь, что на улице лето. И я решил прийти на воркаут-площадку. Комар, блин, а. Вот еще, кстати, атрибут лета. Чтобы потренить на свежем воздухе. И я решил немножко отойти от подтягиваний, потому что я на прошлой неделе их потренировал. Сделал всего лишь лесенку от 1 до 10 обратно. И то я там еле как сделал, я даже не снимал. Но восстанавливался я по сегодняшний день. И даже не восстановился, потому что я не смог сделать сегодня больше 5 подтягиваний. Но 10 спичегов, 10 отжиманий в стойке, обычные отжимания мне поддались. Вот что значит гимнаст. Отжаться в стойке проще, чем подтянуться мне. Но ничего страшного, я решил порефлексировать на природе. Я думаю, вы все видели наши видосы с карантина, когда мы летом здесь тренировались. Нас также не пускали в зал, потому что нельзя было. И мы здесь каждый день проводили по две тренировки в жару 35-градусную. Когда я находился в моменте этого всего, не всегда было прикольно тренить на улице. А сейчас как-то вспоминаешь с радостью. Повторил бы я это? Не факт. Зато был классный загар, была хорошая мышечная форма. Да и, в принципе, есть о чем вспомнить. Поэтому я сегодня что-то превратился в деда Егора. Классно, классно. Я потренил чуть-чуть, кайфанул. Но не переусердствую, потому что очень сильно забиваются, конечно, мышцы. Потом болеешь с этого. Еще один комар. Надеюсь, к Новому году 30 подтягиваний я достигну с моим темпом тренировок. Но это не самое важное. Важное получать кайф от процесса, в том числе от процесса съемки. И на этом я, наверное, закончу это видео. Я потренировался, поставил галочку, что на этой неделе я не лентяйничал, хотя бы один раз потренировался. А жим, конечно, я не потренил. И подтягивания... Но я потренировал другие мышцы, подышал свежим воздухом, пообщался. Вот. А сейчас поеду домой монтировать это видео. Поэтому на следующей неделе увидимся с вами. Надеюсь, я не буду так сильно болеть, как на прошлой и позапрошлой неделе. Вот. Так что спасибо вам за комментарии. Пишите новые комментарии, ставьте лайки. Всем пока.